выходят от тех, кому они не причем. Поэты за все расплачиваются, за все вознаграждаются. Пригодись, моя сила для слабых людей. Пригодись, мое сердце для светлых идей. Пригодись, молодым, мое множество лет. Пригодись, 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 мой рассвет. Виденьем между бочек проверись. Спит вино объято грезой. Что за грезы у вина? Дольче, дольче амороза. Грез тех много, не одна. Ты увидишь там бутылки, те, что дальше всех, в углу. Что в амху свои подстилки спят лет 40 на полу. Ту возьмешь, что вынуть можно. Плесень тронуть, а не нет. Понесешь так осторожно. Не стряхни, не сколыхни. Есть ли не душа живая? Точно будто умерла, солнце дона огневая ласка в то вино легла. Притаилась, отстоялась, пусть отстой увидит глаз. Чистота одна осталась, ай, вина веритас. Выходи, лучи живые, что спустились в виноград. В те года, когда в России Пушкин жил, ступай назад. Выходи, светись снова. Что, как если посравнить, уж не лучше у былого теплоты пораздобыть. Громче ли, что ли, сердце билось в людях в пушкинские дни? Жарче ли солнышко светилось в солнце прежних дней? Взгляни! Сохраненными лучами выйди к нам опять светить. Жаждем, блеклыми губами. Тост готов, готовый пить.
Лейтесь струи золотые всяким людям на показ. Пушкин тост, а пьет Россия. Ай, вина веритас! Стихами дышит старый дом. Никита мне прочел свою балладу о том, как Ируслан царевну Меретрису из терема затворного увез. И как баллада? Вашим подражанием. Чем кончилось? Серебряным рублем. Никите не было намека на стяжание, а лишь подержал пиитом в нем. Анна Артельевна Куплина, Эжен, ее троюродный племянник. Как покровительница муз она, так граф ее науки верный данник. Встречай гостей, не настоять. Фандю, кривляне опять. Отец Саша Крепещенко был восприемником своим. С младенчества ты мой любимый. Твоя маман сегодня посвящение. Томясь скукой долгих дней, живя домами стенки к стенке, селеб сказали стенки к стенкам. Друг другу письма пишем с ней. Мне письма радостнее романа, а не веление души. Прочла письмо, ответ пиши, коль дружба наша без обмана. Мелькают в письмах афоризмы. В них профили друзей 2-3, а наших близких полностью милы мне даже прозаизмы. Подарок мой, Надин, прости, по памяти он писан, не с натуры. Моя Аннет, миниатюры твои прелестны на кости. Здесь Сашеньке всего 3 года. Восторг мой выразить могла бы только Ода. И вправду личик прекрасно, особенно глаза, остры и ясны. Теперь мой подарок. На свете нет серьезней книгачея, когда мой друг сидит над книжкой. И у меня прочтение страсть, но у тебя она высокая напасть. Так пусть Гомер, Рапсод, несчастный Трои, ливый мир благословит детей. А мудрые, Плутарховы герои увидят нас с тобой, аяксов наших. Не пробегала кошка, нет. Все это я и выразил. Мой младший брат и мой дружочек, я многое могла сказать тебе. Желаю, что желаешь ты себе, презент мой, любимый твой романс. Покорный вам всегда гордый. Придает нежданный вид. Смиренность воли достоинство запрет. Мы просим Сашу спеть. Но он не музыкален. Хоть слышит музыку Корнелиевых стихов. Пусть внук мой и не без грехов
Родителям своим за все он благодарен. Наверное, быть тебе в военной службе. Что говорю? Мотай на ум. Дарю гусарский в рост тебе костюм. Считай от сердца или по дружбе. О, детские невинные года! Прошу к застолью, господа! Писатель светский человек, не может быть и мало странен, судьбой своей очищен рано. Жит он тем, чем полон век, хотя весь Божий мир его обитель, закон души его друзья. Но кто его вседневный вдохновитель? Его любовь, его семья. Я рада слышать первого поэта. Хоть это и не так, благодарю. А тайны вашего пера это? Мне вашей кисти. Не узнать себя. Подарок мой на столике визитный. Ты стал не просто другом мне, а другом ситным. Как пели утром здравие твое на клиросе дички с пономарями. Я одарила их 2 рублями. Не больно в будни сытно их житье. Вот, и тебе полтинчик на праздник. Нашел на нас веселый стих. Гусар, век будешь ты проказник. Кого ты больше любишь из троих? Любой из пальцев болик. И мизинец, и указательный, и сам большой. А Пушкиных аж всех болею я душой. И это лучше мой гостинец. Опять зима укроет аккуратно дороги все, и леший не поймет, какие же из них вели обратно, какие же нацелены вперед. Лишь наблюдаешь по ночам бессонным, как снег над лабиринтами дворов собою заряжает невесомо прозрачные стволы прожекторов. Опять весна внезапная случится, надежды и желания вороша, и, словно окольцованная птица, из странствий возвращается душа. Теперь уже не выпустить отсрочки, и на краю дороги столбовой послышится мне дальний колокольчик от пушкинской кибиткой кочевой.